Привет, друзья! Всем привет! С вами Лилия Донскова и Булавцев Михаил. И сегодня у нас 24-й день видеоигры. И тема сегодняшнего дня – самопрезентация. В чем я считаю себя экспертом, как мой бизнес может помочь людям, что на самом деле мой бизнес несет людям. И сегодня мы расскажем как раз о том, чем же мы занимаемся. Привет! Если вы смотрите данное видео, значит, вы ищете новые возможности и хотите зарабатывать больше. Мы Лилия Донскова и Булавцев Михаил, интернет-предприниматели и создатели и основатели проекта «Карьера онлайн». Задумайтесь, на что бы вы потратили 30, 50, 100 тысяч рублей, получая такие суммы в виде дохода каждые 3 недели. Возможно, вы отвезете своих детей на море, улучшите жилищные условия или поменяете автомобиль, а может быть, исполните другие свои заветные мечты. И по результатам исследований, к 2020 году каждый сотрудник топовых компаний будет работать удаленно, то есть через интернет. Вспомните слова Билла Гейтса: «Если ваш бизнес вне интернета, значит, у вас нет бизнеса». Со своими партнерами мы уже осуществляем свои мечты. Только за предыдущий год мы 2 раза устраивали себе отпуск, путешествовали на море, купили земельный участок, планируем строить дом своей мечты. И сейчас планируем улететь на море, хотя на улице зима. И это далеко не все, чего мы добились, развивая наш интернет-проект. Наша цель – создать мощную интернет-команду единомышленников, с которыми мы будем путешествовать, встречаться на международных конференциях от компании и работать вместе удаленно. С партнерами нашей команды мы уже путешествовали в Москву, Сочи, Крым, Швецию и Египет. И давайте поговорим, чем же мы занимаемся. Суть нашего бизнеса состоит в том, что мы обучаем партнеров и новичков создавать многомиллионные товарообороты, используя интернет-ресурсы. Сотрудничаем мы со шведской компанией, компанией-гигантом в мире, находящейся на рынке уже 50 лет. Это компания Oriflame. И мы используем в своей деятельности не продажи по каталогу, а именно развитие команды, командного товарооборота, с которого каждый участник нашего проекта получает определенный процент. Другими словами, мы занимаемся поиском и обучением новых лидеров для компании Oriflame. И нам компания платит за помощь другим людям. Чем большему количеству людей мы поможем выйти на достойный доход, тем больше будет и наш доход. Вот такой вот взаимовыгодный бизнес. Вот давайте рассмотрим пример. В городе проживает 1 миллион человек. Каждый из них в среднем тратит 1000 рублей на средства ухода за собой, на средства гигиены по-простому. Получается товарооборот в 1 миллиард рублей. Только представьте, хотя бы 10% пройдет через ваш интернет-магазин, вы получите примерно 10 миллионов рублей. Почему именно Oriflame? Oriflame – это компания, которая работает на мировом рынке уже 50 лет, более чем в 60 странах мира. Маркетинг-план компании адаптирован для полноценной работы через интернет, благодаря чему наш бизнес умещается в ноутбуке или хорошем смартфоне. И неважно, где вы находитесь – у себя дома, в офисе или на другом конце земного шара, лежа на шезлонге или пляже. И мы ориентируем наших партнеров на достойный доход, позволяющий отказаться от стандартной работы по найму. Какие же требования у нас к вам, чтобы вы начали работать вместе с нами? Ну, во-первых, это обучаемость, базовые знания компьютера и время от 4 до 6 часов в день для обучения и развития вашей команды. Вполне возможно, что в начале пути вам придется уделять проекту больше времени. Все будет зависеть от вашего багажа знаний, который уже есть у вас, и, конечно, от вашего желания обучаться и готовности к переменам. Ведь любой бизнес – это что-то новое. Этому новому нужно обязательно учиться. У вас будет скидка на продукт, возможность работы в классной команде, будет возможность передачи бизнеса по наследству. Потому что персональный номер в компании, он как номер паспорта, уникален и наследуется близким родственникам.
И самое главное, вы сможете помогать другим людям улучшать качество их жизни, помогать осуществлять их заветные мечты и просто больше зарабатывать. А как известно, помогая другим стать счастливее, мы сами по-настоящему становимся счастливее. Поэтому мы будем рады видеть вас в нашей команде. И узнать более подробно всю информацию вы можете из полной версии презентации. Для этого вам нужно просто связаться с человеком, который дал посмотреть вам это видео. До встречи! Ждем вас в нашей команде!